Профессиональная танцовщица и хореограф-постановщик Урсула Берг начала заниматься дизайном одежды около 8 лет назад. На ее счету уже значительное количество работ, которые сложились в коллекцию «Русь. Метаморфозы». В ней представлены театральные костюмы, созданные с использованием сложной цветовой палитры. А кокошник стал ярким акцентом, олицетворяющим традиционный образ русской женщины. Дизайнер отметила, что эти наряды уже побывали во многих уголках страны, представляя наш регион на самом высоком уровне. Мое видение нашей самарской аутентики, русской аутентики. И, собственно, нужно понимать, что это не реплика народного костюма, это уже дизайнерское видение. Очень ценно, что есть у людей возможность прийти, посмотреть. И, так скажем, было очень много отсылов в мой бэкграунд, это очень здорово. Дизайнер театрального костюма Урсула Берг познакомила зрителей с историей создания коллекции «Русь. Метаморфозы», а также продемонстрировала театральные костюмы на моделях. Костюмы просто потрясающие. То есть вот это вот... проработка деталей, сам образ, сама органичность и гармония, которая там есть, это, конечно, потрясающе просто. Кроме того, зрители смогли принять участие в живой дискуссии. Августина Охременко, Константин Головин, «События».